направлением является гейминг. Поэтому я хочу пригласить на сцену руководителя команды гейминга Юрия Найденова. Так, привет, ребят. Много народу пришло, круто. Собственно, про игры. Давайте небольшой запрос, кто вообще играет в игры? Что-то мало народу. У нас аудитория постарше, может, в одноклассниках там ферму какую-нибудь строили. И должно быть. Собственно, очень круто смотреть на то, что ширится комьюнити, ширится сам Waves, и растет курс, и, собственно, команда игр, не так давно появившаяся Waves, я имею непосредственно в ней участие, и вам сейчас кратко расскажу, почему мы решили двигаться в этом направлении, и почему вообще блокчейн плюс игры make sense. Давайте сначала посмотрим на конъюнктуру рынка и вообще индустрия развлечений большая очень сфера, да, но если смотреть вот именно на цифры игровой индустрии, то вы видите, что оно просто молниеносно растет, практически так же, как биткоин в прошлом декабре. То есть 135 миллионов, 2017 год, через 3 года эксперты обещают 74 миллиона, огромный рост. И если мы сюда добавим совершенство технологий, постоянное усиление там, компьютеров, постоянное улучшение графики, искусственный интеллект, блокчейн, VR, мы получим вообще параллельную вселенную практически. И сейчас вот мы с вами сидим, да, половина людей в телефонах сидят, это уже свидетельствует о том, что мы где-то рядом. Собственно, рынок большой, и треть этого рынка на данный момент занимают игровые предметы. То есть в целом предметы, которые так или иначе были куплены игроками внутри игры, это треть рынка, треть огромного рынка, это практически 50 миллиардов. Но вся эта система сейчас имеет изъяны. Собственно, самый, наверное, большой недостаток – игроки не владеют своими предметами. Предметы могут быть удаляться, могут вайпаться из игр и так далее. Я буду чуть-чуть применять геймерскую терминологию. Собственно, и игрок, когда он что-то покупает, он, как правило, просто, ну, это развлекательный контент, да, он купил, и это не инвестиции, это просто трата денег. Он купил однажды, потерял эти деньги, и чтобы ему вернуть какую-то часть вложенных средств, ему нужно прибегать к черным рынкам, это порождает кучу новых проблем. Отсутствие доверия, опять-таки, или какие-то приходится использовать эскроу-сервисы. Собственно, почему блокчейн может решить все эти проблемы? Во-первых, давайте посмотрим на аудиторию вообще, на аудиторию геймеров. Кто эти люди? Это люди, которые одни из первых поняли ценность цифрового ассета, цифровую ценность в целом. То есть это те люди, которые готовы платить деньги, которые давно использовали валюты электронные в своем обороте. Помимо этого всего, это обладатели быстрых компьютеров с сильными видеокартами, одни из первых людей, кто адоптили, собственно, майнинг, строили фермы и так далее, и так далее. И если уже говорить, то вот видите, вот этот скин из Counter-Strike, эта винтовка была продана за 61 тысячу долларов на черном рынке, то есть это не придуманная история, вы можете найти ее в интернете, действительно так. Один из самых дорогих предметов, который когда-либо был продан, и это полностью цифровой предмет. Собственно, можно много говорить, да, про открытость, про безопасность. Самое важное, что делает блокчейн, это приближает предметы к реальным предметам. И когда игрок по-настоящему обладает чем-то, он больше готов вкладывать, он больше готов тратить на это деньги. И теперь мамкин школьник, который просит у мамки деньги на лутбокс, он не тратит деньги, он инвестирует. Понимаете? То есть, на самом деле, кроме шуток, если серьезно об этом поговорить, то если мы даем возможность людям распоряжаться тем, что они купили, мы больше привлекаем денег в индустрию. И мы не хотим ничего ломать, мы не хотим ломать то, что было, мы будем улучшать. Собственно, первое, что исчезнет, это черный рынок, ему нет места в мире, где игроки могут торговать сами с собой.
Помимо этого, мы можем делать программно, используя смарт-контракты, мы можем делать лутбоксы, мы можем делать лотереи и так далее, и так далее. Все, что требует какой-то скрытой логики, розыгрыша и еще чего-то прозрачного, мы все это можем доказать. Помимо этого, появляются новые механики, такие как трансфер value из одной игры в другую, то есть мы можем выражать в виде токена предмет, который в одной игре обозначает одно, в другой обозначает другое. То есть это continuous experience, опять-таки, для игрока, новая механика. И помимо этого мы позволим зарабатывать разработчикам по-новому, не просто продавая предмет, то есть это хорошо, безусловно, модель работает, но если она будет работать по другим правилам, то было бы неплохо, например, собирать с каждой транзакции, связанной с каким-то определенным айтемом, налог с игрока. Собственно, ну, если сократить, да, то вот это игры без блокчейна, и это игры с блокчейном. Без блокчейна, с блокчейном. Ну, вы пришли на блокчейн-метап, соответственно, что вы хотели. На самом деле, если серьезно, то мы не будем колесо изобретать, да, и эта картинка говорит именно об этом. У нас уже есть хороший блокчейн, нам осталось его запихнуть под капот и на уже придуманных колесах уехать далеко в будущее, там, где, собственно, нас ждет новое поколение. Что касается текущей инфраструктуры, у нас есть, как ребята уже вам рассказали, у нас есть токены, и самое основное отличие наших токенов, и площадка, в принципе, Waves изначально была заточена, это дешевые токены, быстрые токены. Они принципиально по-другому работают, нежели там в других крупных сетях. Помимо этого, у нас есть DEX, на котором все это сразу торгуется. И помимо этого, у нас есть еще и шлюзы в фиатные деньги, и есть шлюзы в крипто, в другие криптовалюты. Это означает, что как бы экосистема готова. Она готова торговать с теми же самыми ассетами игровыми. И все, что нам нужно сделать, сделать UI, грубо говоря, более game-friendly, чтобы игроки быстрее сюда пришли. Собственно, мы это уже начали делать. И еще одна большая вещь, которую мы сделали, это фонд, который поддерживает разработчиков сторонних и игроков. Не игроков, точнее, а разработчиков игр и игровых сервисов. Не только игр, на самом деле, и не только игровых сервисов, но мы ищем людей, которые готовы влиться в экосистему, которые отправятся в это путешествие вместе с нами. Я, наверное, все на этом закончу. Спасибо вам. Хочу передать обратно слово Саше. И надеюсь, что вы тоже отправитесь в новом году с нами в это увлекательное путешествие. Крутое путешествие. Очень рад, что ты сегодня с нами здесь, потому что мы на прошлой неделе были с Ильей в Лондоне, и мы на блокчейн-конференции мы рассказывали там людям про гейминг, про то, что мы делаем в этом направлении. Все спрашивали, а где этот человек, который вот двигает всю эту тему Waves? Я ему говорю, ну Юра, вот у нас есть такая светлая голова в команде. Он, к сожалению, не смог приехать, все были очень огорчены, так что очень круто, что ты сегодня здесь. Вернемся немножко к нашей основной теме. Ребята рассказали про инфраструктуру, про смарт-контракты, про приложения, но это продукты, сервисы, которые не существуют в изоляции. Следующий год обещает наиболее быть интересным, потому что мы также развиваем экосистему в целом. То есть продукты не могут просто существовать сами по себе. Нужны проекты, нужны инициативы, которые экосистему двигают вперед. И сейчас я хотел бы пригласить на сцену руководителя двух таких проектов. Дамы и господа, встречайте, Артем Толкачев.